Надо быстренько все пронести, три ресточки за полтора, ладно, за 2 часа и пойти отдыхать. Давай, мы должны отдыхать. А, диплом еще. Диплом из протопала, отлично. На следующий раз. Сэдли, принимай сумму. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Мишкой тоже могу трэш потанчить еще. Так, Дорн, помогись. Ладно, не спекайся, все, погнали. Я засумонил танков. Поставил тотемы, давай теперь с тобой в лапу, интеллект, там, каску, что еще. Распределить бафы, да. Менская, кресты, Сэдли, щиты. Волшебные каски, трися, кулаки. Вары, которые умерли, поднимаемся, летим. Килы, отойдите от пачки с мобами, ауешь это. Травмат, ты варка? Ну, или не то там оковы поставь, а ты беги. Пипец, спой гимн на ману. Поставил тотем. Злейте инеры шаману Андрексу. Тюменская тут. Дай ассиста меточку поставлю. Да. Все, пошли дальше. Так, волшебные каски, тряся кулаки, тюменские кресты. Оттягивайте звездочку, бейте сначала звезду, оттяни подальше. Травмат, скажи свой мейн. На вылет, наверное. Там записали как-то по скаличному заметке. Роял, ты спрашивал про слот? Я в смысле? Ой, я ж захожу. Будет вторая, третья РС, зайдешь потом. Думаю, по... Ты закидала? Я не тебе, я не отвечаю. А, я думал, ты так... Пугался уже? Но. Давайте, тяните звезду, скорее всего, можно дать рост.
Травмат, ты убивал с нами РС? Напиши, да. В рейде все люди, которые убивали, никаких новичков. Очень плохо. Супер кот, средний на пол, хороший. Нормальные хилы. Ну. Танки. Нормальные. Да тут что это за вар вообще? А это мне друг дал. Хороший друг. Три сяду. Не. Ну, купил здесь чаров, получается. И ушел на оф, и я дал их мне. Не фуловый все? Что-что? Все фуловые? Не, он не фуловый, ну там это не дело. Он маханулся изначально. Он купил товары, там сколько сейчас тебе скажу. 6,2 фурик и 6,2 тантан. Не, Асалян, Макгрегор будешь танчить. Чек на баф. Я еще подключу. Пишите рыбу, поставьте шкаф с умным варом. Кресты тюменской проздавай. Этика с круги. Заказки отвечает волшебная. Кральчик, поставь шкаф. А на кого никто от касок? Рога. А, ты добегал, нашел. Так, идем. Давайте по вару еще бафните все. Листоба в лапу, кулак, каску. По варам еще каску дай. Пристабав еще дайте. Все, Макгрегор, начинай. Макгрегор. Метки выносим. Меткой выносим. На Макгрегоре, кстати, метка на БДК. Внимательно. Танки страхуйте. Так, пошли дальше. Три танка, три босса. Макгрегор, начинаешь танчить босса. Ой, первую копию, Сэдли вторую, пошли. С маной проблем нет. Сразу, так, 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 сразу пуляй. Тотемом для маны. Сразу пуляй. Не стойте под мордой у босса. Босс кастует вихрь перед собой. Наносит физический урон. Уйди.
страдание. Так, Сэдли, будет вторая копия, даешь Сакру. Капельку можешь кинуть на Макгрегора. Или на Войда. Войд 25% хп. Умирает Войд. Таунтите босса. Таунтите босса. Сэдли или Макгрегор. Дайте бафы по Войду. Каску и стоба в лапу. Поднимите сейчас дедмайнда. Без вас я бы долго не продержалась. Здесь произошли страшные события. Поставил рыбу. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Побафайте заново приста. Каску, крест, лапу, интеллект. Молодцы, что запускаете босса без команды. Нас убивают расчетливо жестоко. Но основной целью врага была кладка и... Атакой руководил кровожадный Заритри. Слуги! Но, боюсь, обратите их в пепел! И более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герой, мне не верно, как выбиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите их в пепел! Так, слушаем сейчас тактику. Гутербол, Никон, Синдин хилят тьму, Синдин диспелит во тьме, Свет хилит Анрикс, Тюменская. Кральчик СС на Тюменскую на третьей фазе, четвертая пати остается добивать големов после первой фазы. Дальше. Паладины, ретрики, распределяйте сами. Длани, печати, ау. А с кем я должен общаться? Трисией. А, хорошо, Трисия, в общем, у меня этот танк аура. ФПМ не надо. Понял. Так. Протопал Сэдли, на него напуливаем трэш. Танчит свет. Войд, Кнайт, тьму, Макгрегор. Теперь что еще? По инерам. На второй фазе инеры заливаем Гутерболу, на третий Анриксу. Все. Это все вроде бы. Травмат. Кричи на ХП перед заходом во тьму на первой фазе. Ты понял? И на второй фазе то же самое. Когда в свет выходят люди, тоже кричи на ХП. И стакай раскол. Умеешь стакать раскол? Напишите вверх, на кого вы ролите. Кто на големах? Ты на големах на первой фазе. Ты танчишь потом свет на третьей. Так, все. Можешь и релить. Свет диспелит Deadmind. Все готовы. Заходите за линию. И лут еще поставь. Я на
себе ты свое поставил. Секунду. Все, начинаем игру. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Метка. Перебежали. Сколько еще таких героев? Ник, поднимать Трисю. Олег, кидай орехи. Поднимай Трисию быстрее. Ника на КД. Да, вижу. Давайте бафы по паладину. Перебежали. Заходи сразу, рейд ждем. Зашли рейд. Травма отметка. Саметка, заходите. Не добили, что ли? Добили. 3 секунды добили. Заходите быстрее, Deadmine Magic. Тучку прожми. Где-то метка. Дедмайтед, заходи. Инеры залили Гутербулу? Нет. Локсон, Мизантроп, давайте инеры, речи. Бомбочка. 53%. Мизантроп. Выходим в свет. Но не в портал же. Давай, Руссо. Ой, скажи, если по агру будут проблемы. Сторожил. Перебежали. Агро. Это светлый тонкий. Капец, два гимна ману. По бомбочке моста он сейдли. Во тьме дали рост. Забыл. Поворачивай на рейд, смещаемся. Свет не бьем босса, ждем трэш. Лужа нормально. Где-то нет.
Бембуса. Перебежали. Уже в рейд. Сторожил нитку. Инера есть по Анриксу? Сколько там секунд? Доксон, поднимай бочку. Дайте инеры по Анриксу. Спойте гимн Ману. Дальше метка. Гимн Ману, спой, Дедмайнд. Ны нету. Блять, 70. Перебежали. Я хуй знает, дефов нет. Подбейте босса, чуть позже в прыжку переключитесь. Бомбочка, подними гету. Давайте, Иннер, откатилась уже. Ты летай там по слоботу. Ну смотри же на кумакру, блин. На мне, идите. Поворачивайтесь. Да, дефов нет. Добивайте босса. Тюменская, прожми бабл, если есть, и просто тупо хиль, чтобы не умереть от рэша. Маны рэш нет. Не бейте. Рэш не бейте, добивайте босса. Гимн отхил, дайте кресты. Пусть светлит унти. Тьма, добивайте. Да унти, блять, кто-то, сука. Сколько еще таких героев? Ёбать, выходи, ретрик какой-то. Быстрее из тьмы. 300к, 200. Отхилился. Да, дайте. Красавчики, бля. Сэдли, у тебя есть рейдфреймы? Ты видишь вообще, ну, у тебя подкрашиваются цветом каким-то на ком агро? Почему? На мне было сейчас 3-4 моба, я ходил просто вот так вот вокруг, чтобы они двигались постоянно вокруг тебя, чтобы ты их заметил. Мне кажется, или две совы заливали себе иннеры? Что это за прикол? Сейчас тупо не добили из-за того, что маны не было у меня. Нету у них озарения. Тебе бомбочка кинула озарение и все. Тянул на починку, есть у кого? Гутерболу никто не кидал озарение. Вообще. Ты себе иннер залил, наверное. Ну, в рекаунте не пишет, что они себе заливали. Да вон Гутербол писал. Гутербол пишет, что они 3 кидали. 3 иннера давали. Я свету был. Ну, а мне нихера не дали. Давай там быстрее. Да, надо быстрее. Друид, вообще не должно быть проблем с фаном. Зашли на вторую фазу, кинули иннеры Гутерболу. Они должны откатиться на третью фазу. Блин, присты, не тупите, ну, блядь, спели бы сейчас гимн на хп, мне кажется, мы побили бы. Так я спел, и меня ваншотнуло тут. Значит, не повезло, ладно. Присты. Вам, блядь, что, персональное напоминание, да, на каждый рейд? Чё они там? Чё они там, блядь? Ни одного взрыва разума. Ну, блять, это я не знаю, как вам донести эту информацию, что это нужно, блин, просто это необходимо.
Не знаю, это меньше. Я про этот взрыв вообще забыл. Это не то, что прихоть какая-то, блять, это необходимость для рейда. Вы обязаны бить в свету, когда ретрика нету, взрывом разума. Ну, протопол играет без фреймов. Я тоже без фреймов играю вообще. Ну, как тебе сказать, мне как-то не классно по 8 мобов на каждой перебеге держать. Там не по 8, но они пару штук, но они убивают. Значит, найм окрыли. Я говорю, чем он на таунте, чем он занимается. Стрелка бьет мобов. Рисенька. Ёбаный ты стук. Никон, поднимаю его. По бомбочке мы ставим. Филиппец, метка, дайте по нему бафу. Прибежали. Для нее займ мастаун, блять, куда попало. Мелким, заходи, Макгрегор. Вот, без вопросов. Рейд зашли. Чуть-чуть оттяни босса на себя. Все, звезду стали. Может, вернуть на него рейда. Турболу иннеры. Волшебная метка, заходите, если видно. Рейси 54%, 53. Бьем пока босса. Лизни тотем, метка, выходим в свет. Давай, Руст. Мизантроп. Перебежали. Метка. В этом мне дали рост. Поймайте. Мизантроп, если не понимаю. Должен был уже откатиться. Спели гимн на муну, Фильпес, давай гимн на муну. Бомбочка. Взрывом бейте. Перебежали, метеор близко, и ману заливайте, как подкатывается, сразу заливайте Амбиксу.
уже, блин. Изотроп метка. По бомбочке мастаунд. Бьем так. И БРФ нету? Доксом там. Да, вроде нет у него. Ну как будет, поднимешь его. Ну тюменская. Спал, тебе. Мизотропа, дай мастаунд. Где-то притворись мертвым. У нас протопал умер. Падаем. Беги, малышка, беги! Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Зацените, я трэш почти не трогаю. Даю три размаха, срываю с протопала, в мастаунт не идет. Я не могу так играть. Я так же играл. Котом. Мне говорят, трэш не бьешь. Просто говорю, что протопал дрочит. Вот Мишка топ. Я не знаю, что. Может, на пула нет, или что он неправильно делает. Просто смотри, когда я срываю мобро, обычно протопалы на стилет и покидает маста, он там не кидает. Ну, мобы убивает с удара. Что сделать? Ты два, креснишься? Плюс тебе еще меньше бить трэш, понимаешь? Стрел кидает. Он пишет, что кидает каждый трай маста. Что делать дальше? Еще раз по Халиону. У кота, вот кот. У меня больше всех. Я почти, ну, огонь только первая фаза, и там немного бью размахом на второй. Сейчас линкану. Халион, живой огонь. Почти не трог. Там вообще. Я не знаю. С него срывается, я не знаю, два размаха и ББ агро. Мастаунт это правильная защита? Да. Но там надо с умом его кидать. Не типа, когда два моба на кота, а когда там, типа, идет, клик, типа, хоп, типа, 8 мобов, типа, ты хоп, кинул. А он, наверное, кидает, когда два моба висит и там в КД. Ну, типа, без фреймов так нереально. Там на 3 моба, но все равно все же не будут на нем. Наверное, в 2 протопала надо танчить, так охуенно будет. Странно все это. Так, это надо каждый раз вам напоминать про взрыв разума. Че хоть с мной не так просил. За линию заходите. Начинаем игру. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения.
Перебежали. Ты не замечал, что если стоишь под хвостом, на метеор кидается под хвост, и квадрат стоит, вот так лужа всегда разливается. Грегор, ты можешь не юзать время метеора, там, антимагический панцирь, удар смерти, трэш идет. Сейчас весь трэш на тебе по КД просто. Зах, Кади, Макгрегор. Да и зашли. Синди. Заходите. Дорн метко ближе к морде. Пятьдесят 2%. Мне нужна цель. У меня нет цели. Пока бьем босса. Magic метка, выходим в свет. Кральчик. Давай рост. Кральчик, ты чё не вышло? Перебежали. Дедмайн. Свет 30. Свет не бьем босс. А, восьмеру. Падаем. Не было роста 8, да? Да. Бутербол, давай рост как сразу, как первые 60% 8 становится. Я забываю, говорите, или кто-то, кто 8 прозвучит это. Там свет еще забыл стопнуть, когда 40 стало по Халеону. Ну так мы трэш били. Ну кто-то еще и босса помогал бить. Ну кто-то, видно, босса бил. Не надо. Горелок и сыграли. Thank you.
Давайте мозгов. А, подождите, крыльку сейчас. Дайте момента, пожалуйста. Джи стоит. А у этого ханта есть? Типа, эффект взрывной ловушки. Чуть не гляну. Есть мало. Доксон Д2. Все готовы, Макгрегор, иди на позицию. Зашли за линию. Начинаем. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Доксон, нитка. Небеса в огне. Перебежали. Видел босса? Что? Ну вот, если стоять под хвостом, всегда лужа так разливается. На меня второй раз подряд метка кидается и все то же самое разливается. Или это совпадение? Это совпадение. Давайте встанем в квадрат. Сейчас посмотрим, как лужа разлился. Нет, весь рейд там же будет стоять. Так метеор туда кинется? Меня ж минер кидался в квадрат. Ну вот, почти. Че почему про людей кидается? Вот видишь, разлилось как. На третьей фазе в квадрате стойте перед метеором. Заходи, Макгрегор, и ждем. Стойте, Рей. Зашли, Рей. Тупой. Ты сказал, зашли, я зашел, ударил, он сдох. Он, видать, ЛП промахнулся. Мизантроп, подними его. Ну, ты заходишь, тебе принципиально сразу и ударить босса? Не, ну я знов увидел, я ударил уж потом. Блин, ну я. Кральчик, метка, заходите. Я не знаю, что тебе ответить, потому что. Заливайте Индера. Я пока не могу использовать эту способность. Бомбочка ближе к морде. Это было пока что. Здесь 4%. Саня, вам может. Мне сквозь меня лезвие прошли и не убили. Бьем пока босса. Бомбочка метка, выходим в свет. Кральчик. Перебежали. Я
Восьмой рост Филиппе Смит. Заберите. Классно, заберите. 30% хп хил от моба. Пиздеж. Сэдли, прожми все, что есть. Мизантроп. Ну. Вот не делай так больше. Много стаков на трэше, бля, чуть не умерли, перебежали. Не бейте босса, бейте все вот этих мелких, что остались. Босса не бейте, Свет. Падали. Майнд отспек из ДЦ. Шанан, на кого ГП? На Вера. Во тьме Халион, если что, сам по себе не агрится. Можно зайти и бегать вокруг него, он не агрится. То есть ты зашел, сдох, то есть ты зашел, что-то прожал на него. Короче, я не знаю, надо что-то делать, потому что стаки на мелких купятся сейчас, не знаю, что-то сделали, но они, короче, купятся раньше, быстрее, чем раньше. То есть они, пробегая просто возле большого, получают 5-6 стаков. И бьют по 20к плюс. Да, урон какой-то очень большой. Я заметил уже пару КД такое. Пусть добав, знаете. Просто по свою волну исцеления уже по протопалу и по ДДК. Пиши орехи на протопал. Каску еще варм дать. Все готовы, заходите за линию. Начинаем агрегат. Травмат нитка. Долго думаешь с меткой, быстрее надо наносить. Рыбал метка.
перебежали. Смотри, там же стены падают. Да, 4 стака на крыше. Макгрегор, заходи, рейд, стоите, ждете. Все, заходите, рейд. Лутербал, метка, заходите. Дедмайт, метка ближе к морде. Как выйдем, бомбочка, поднимешь его. Он, по идее, будет под мордой. Или чуть ближе к той стороне. Угу, под мордой. 51% будет. Сейчас бьем пока босса. Трися метка, выходим в свет. Бомбочка, поднимаю его. Бомбочка. Ты что, не понимаешь, что он далеко? В смысле далеко? Так, блядь, Дима, ну я же вижу все. Видишь, там нету 30 метров, если ты не видишь. Перебежали. Ну оббегать там точно ничего не надо. Давайте во тьме рост. Перебежали. И стопаем, свет не бьем босса. Ждем трэш. Агро. Частицу кидаешь на БДК? Не отображается просто. Босса. Прибежали. Давайте не дохнем. Прожимаемся уже в рейд. Анриксу, Филипец, давай Дим на ману. Нету метки. Нету метки. Вообще не видите бафы свои. Перебежали. Хильте хорошо, дебов нет. Анрикс метка. Хильте.
Сэдли, прижимайся. Бомбочка, прожмись тут тоже, дай по ему мостом. Все. Отлично, отлично. Бьем, все, можно добивать босса. Давай капнем. Все, перебегаем. И добиваем босса, напуливаем трэш, трэш не бьем. Да еще не слава богу, еще надо бить. Добили, добили. Я как этого не убивал. Чекайте. Че ты говоришь? Это Навмат сказал, что он с нами убивал. Лол. Там. А. Давайте ротик Илье. А ты коту кап же давал? Хилочешка. Сэдли, ты хилочешь Юру лишь?